Сегодня у нас 7 июля. Рождество Иоанна Предтечи. Москва кипит. Да, мы на Красной площади. Только здесь много народа. Вся Красная площадь. Зашли в Казанский собор. Да, Казанский соборчик. Казанской иконы Божьей Матери, этот ГУМ, храм Василия Блаженного. Еще не заходили, но мы сейчас посмотрим, мы издалека его снимаем. Погода меняется, да? Только что было солнышко, и сразу все небо в тучах. Ну и молодежи, иностранцев очень много. Все гуляют. Погода немножко прохладненько, да?